зима не зима, и, наверное, этой зимой можно было выполнить утепление и отделку фасадов нескольких домов в базовом армирующем слое, но, честно, мы не стали особо рисковать, поэтому, чуть-чуть отдохнули. А сейчас, видите, привезли фасадный пенополистирол, черный, не опор, для утепления и отделки фасадов вот этого дома. Собственно, вы его увидите, мы вам про него подробно расскажем, что это, как это, ну и, собственно, как мы дошли до жизни такой. На самом деле интересная такая штука, то есть пенополистирол с черными добавлением, с добавлением графита. У него более хорошие характеристики теплотехнические. Ну что, Ваган, начинается строительный сезон. Да. Февраль. Зиму, вот. Черный пенопласт. Ладно, начинается. Нормально. Чем интересен черный пенопласт? То, что добавляется графит, и считается, что лямбда у него на 20-25% лучше, чем у белого, за счет вот этого нанографита. Ты еще, по-моему, с черным не работал, да? Нет. Ну, в принципе, то же самое, разницы никакой не замечу, но зато черненький. Во время работы, когда... Аккуратнее я... углы аккуратнее. Самому же потом. По резке все то же самое. Черный пенопласт не опор. Изначально его придумала компания БАСФ. Я так понимаю, что и химию для него Мосстрой покупает БАСФ, скорее всего. Ну, наверное, да. А у вас есть что-нибудь печать? Что-нибудь такое? Ты сейчас сделай. Ага, понял. Да? Да, да. То есть, собственно, все то же самое, как... То же самое. Ну, фактически это... Вот, как раз паспорт качества, то, что вот полагается. То есть, у него плотность выше, чем 16 килограмм. То есть, он соответствует, собственно, как ППС. 16F, это вот, это вот заключение. Экспертное заключение. Да. Я сфотографирую и вам отдам. Угу. Для всех роликов. Вот паспорт. У-у-у. Качество. Вот это вот. Самое интересное вот это вот. Потому что это на сайте есть. Я так понимаю, это обычная пенополистирольная дорожка, по большому счету. Вот, а вот это вот касается этой партии. Непосредственно. Да. Да. Угу. А это вот количество. Кубов как раз вот оно. Угу. Ну это накладное, если да. Не знаю. Да. Оно на вас, наверное, надежный да. Дом. Да, да. Там характеристики повыше, чем теплопроводность, да. Лучше намного. Лучше намного, да.
получается лучше на 10%, чем в PS20F. И на 14, не, сколько получается, не, ну чуть больше 10%, чем на PS15F. Угу. Интересно. На российском рынке мало представлено, а вот на украинском, кстати. Дело в том, что у нас был он, но несколько лет назад он производился на втором заводе в Воскресенске. И просто было не то качество. Я в том числе подавал рекламации, и был закрыт. И там тот завод перешел на другое производство. Сейчас все это дело возобновили, образцы привозили, мы смотрели, проверяли как раз. Сейчас уже он нормальный. Сейчас делается на основном во Внуково. Ну, внешне он только серый, собственно. Так он внешне ничем не отличается, но считается, что у него лямбда лучше. И меньше водопоглощения. А, и водопоглощение. Да. Ну, в принципе, у просто PS тоже не особо водопоглощение. Ну да, хорошее, да. Поэтому... То есть, как бы у него получше считаются характеристики, он считается, что меньше там усадки и так далее. Ну и красивый. До того, как его поштукатуришь, можно полюбоваться. Да, да, да. Поэтому он дороже стоит, намного причем. Ну, кстати, как-то несоразмерно, да, вот он дает плюс 15-20, ну, точнее, наоборот, соразмерно, плюс 15-20% сырье защиты, и насколько же дороже. Все зависит от сырья. Дело в том, что вот это сырье Левак уже производить не может. А, и конкуренция уже... И поэтому здесь просто исходное сырье дороже. С этим связана цена. Но с другой стороны, это защита качества. Ну да. Такой ты понимаешь, что тут покупаешь. Да. То есть здесь вот, вот эти белые штучки только можно подмешать. Больше ничего. То есть гаражники вот это уже пенопласт сделать не могут. Концепция изначальная, но мы решили мы решили чуть более осовременить. То есть что значит осовременить? Мы решили, что карнизы примерная концепция, но будем немножко переделывать, да? Ну, там по месту. Мы решили сделать вот здесь не такие классические закругленные истории, а здесь будут именно прямые, то есть по месту прям вырезаться. Будут прямоугольные. Короче, будет все, что есть округлое, все превратится в более прямоугольное. Вам тут легче решать, поскольку пенопласт цвет черный, приложить с белыми деталями и прям посмотреть. Результат получить. А вот эти вот толстые колонны, они изначально были задуманы вот так вот, поэтому их обложили кирпичом. Но мы сейчас думаем от этого отказаться и сделать все колонны рустованные и одинаковые. Ну, по крайней мере, фасадные. Ну, с Турковым как? Договорился, нет? Ну, я пока с ним переписываюсь. Я немножко, если честно, сам торможу, потому что у меня менеджер их сам теребит, а не я его. Но мы с ним доработали все, как я хотел. Мы-то так периодически видим на мероприятиях, на выставках. Он там, кстати, будет на соревнованиях. Да. Он приедет. И Руслан приедет. Ну, все общаемся. Соревнования будут на Неопоре. Да? Да. Интересно, понятно. Это сюрприз. Понятно. Никто не знает пока. Так что раскрываю тайны. Серьезно. Да. Thank you.
Всегда считается хорошо, если пенопласт выпущен зимой, если он и чтобы он полежал. А почему? Влага последняя или что? Остаточная влага вся уходит, заканчивается вообще все уже. То есть он наиболее стабилен. Вот, собственно, вы увидели пенополистирол черный с добавлением графита. Но, а вот это вот дом, который будет утепляться этим пенополистиролом. Утепление будет производиться по системе Церезит. Толщина пенополистирола 150 мм. Пенополистирол более высокоэффективный. У него лучше лямбда. По остальным характеристикам это полный аналог ППС-16F. Мы на объект привезли черный пенополистирол для утепления плоскостей фасадов дома. На декоративные элементы мы привезли белый ППС-16F. И когда будем выверять размеры различных фасадных декоративных элементов, нам это будет очень удобно, потому что белый цвет на черном, это будет очень удобно. Заказчик сразу увидит, что у него, какие размеры, побольше, поменьше. Это действительно будет очень удобно сделать. Так что вот, готовьтесь к строительному сезону. Понимаете, что лучше закупаться уже сейчас, потому что начнется сезон, цены на материалы будут только подниматься. Не забывайте про это. Поэтому лучше готовить сани летом, а телегу зимой. Закупаемся, завозим материалы на объекты.